есть стилист по укладкам Джубар. Джубар специально для тебя приготовил уникальную спа-программу «Абсолютное счастье для волос». «Абсолютное счастье для волос» — это специальная спа-программа молекулярного восстановления и укрепления волос и уходом за кожей головы. Она состоит из трех этапов и поэтапного нанесения 11 различных продуктов. Тебе понравится. Как обычно, начинаем с мытья волос, моем волосы два раза шампунем. Шампунь выбираем по типу волос. А в данном случае мы выбрали увлажняющий шампунь, так как у Вики немножко сухой волос. Следующим будет нанесение мусса на кожу головы по проборам в небольшом количестве. Дальше массажными движениями равномерно распределяем средства по всей коже головы. Затем немножко добавляем воды и эмульгируем средства в кожу. Смываем. Для того, чтобы нанести следующий продукт, нам сначала нужно его приготовить. Для этого мы берем мусс и смешиваем его с водой в пропорции 2 к 1. И взбиваем. Затем наносим по проборам и остатки мусса распределяем по всей длине волос. Очень важным моментом является то, что на данном этапе обязательно нужно сделать массаж. Данный мусс помогает закрепить и удерживать влагу в коже головы и волосах. Также обладает антивоспалительным эффектом. После того, как мы смыли мусс, нужно тщательно отжать волосы полотенцем и можно приступать к следующему этапу. Второй этап состоит в поэтапном нанесении 4 сывороток, не смывая одну за другой. Для этого нам нужно разделить волосы на несколько равномерных частей, но в данном случае достаточно будет 4 частей. Начинаем. Первая у нас сыворотка С. Равномерно распределяем ее по волосам, отступая пару сантиметров от корней. И дальше гребнеобразными движениями распределяем равномерно по всей структуре волос. Сыворотка С работает как проводник для последующих сывороток, при этом увлажняет волос изнутри и наполняет его липидами и керамидами. Переходим к следующей сыворотке. Сыворотка N делает волосы более упругими и эластичными. Не смывая, переходим к нанесению следующей сыворотки, которая помогает волосы сделать более упругими, питает волосы протеинами шелка, риса и пшеницы. Дальше наносим последнюю сыворотку, которая закрывает кутикулы волос и помогает продлить эффект от нанесения всех предыдущих сывороток. После того, как мы нанесли все 4 сыворотки, нам нужно оставить Вику на 10-15 минут и при этом покрыть волосы полиэтиленовой шапочкой. Третий этап называется влага под замком, и он состоит тоже из 4 компонентов. Первый – это сыворотка-активатор, которая наполняет волосы протеином и служит как проводник для последующих компонентов. А дальше поочередно наносим крема для интенсивного увлажнения и интенсивного укрепления волос. И равномерно распределяем по пряди. Теперь наносим последний, 11-й компонент в спа-программе «Абсолютное счастье для волос». Это финиш-гель, который поможет закрепить все компоненты, которые мы нанесли до этого, и продлить эффект от процедуры. Последний этап не требует времени выдержки на волосах, поэтому сразу можно смывать. Перед укладкой можем нанести несмываемую эссенцию. Теперь можем начинать сушить волосы. Конечно, нужно выделить 1,5 часа свободного времени для того, чтобы провести эту процедуру. Но ты сама видишь, что результат того стоит. Если тебе понравилось это видео и ты хочешь еще больше узнавать нового, интересного и полезного, ставь лайки и подписывайся на наш канал. До встречи в следующих видео.